Дорогие хабаровчане, наступает один из самых долгожданных и любимых праздников. В канун Нового года принято дарить друг другу подарки. Администрация города не осталась в стороне от этой традиции. Для самых маленьких жителей краевой столицы мы построили 3 детских сада на 650 мест. Кстати, в этом году в детсадах Хабаровска появились дополнительно 475 мест. А во всероссийском смотре конкурсе «Лучшие детские сады России» 14 наших муниципальных садиков стали победителями. Впрочем, не забыли мы и про подарки для тех, кто постарше. Для школьников мы достраиваем современную просторную школу на 850 учащихся в микрорайоне Волочаевский городок. Продолжим в следующем году решать еще один наболевший вопрос со школой в микрорайоне «Строитель». В этом году возведено и около 200 тысяч квадратных метров жилья. Ключи от квартир новоселы получили в комплексах «Петроглиф», «Парк» и «Восточный». В эксплуатацию сданы дома долгострои в микрорайонах «Строитель» и «Казачья гора». Сдвинулась, наконец, с мертвой точки проблема расселения барачного ветхого фонда. Эта работа будет продолжена и в 2020 году. Также отмечу, что в уходящем году Хабаровск стал абсолютным победителем 11-го международного смотра конкурса лучших городских практик городов СНГ «Город, где хочется жить». Нашему городу досталось сразу 11 победных дипломов. Это наша с вами общая заслуга. Позвольте сказать каждому из вас, дорогие хабаровчане, слова особой признательности за отзывчивость и добропорядочность. Благодаря вам, вашей повседневной работе Хабаровск сегодня стабильно развивается и хорошеет. Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам и труженикам тыла. Ведь весь следующий год мы проведем под знаком празднования 75-летия Великой Победы. А наш долг для вас остается прежним – делать все возможное, чтобы вы не были обделены заботой и вниманием. Уважаемые хабаровчане, дорогие земляки, спасибо вам за ваш труд, за любовь и преданность городу, за заботу о нем. Пусть наступающий год станет для каждого из вас началом изменений к лучшему. Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, успехов и благополучия. С праздником, дорогие хабаровчане, с Новым годом!